Чем сложнее возгорание, тем больше подразделений выезжают на место происшествия. Первая бригада прибывает на вызов и в экстренном порядке принимает решение о привлечении подкрепления. В ликвидации пожара в садовом некоммерческом товариществе «Строитель» было задействовано 19 огнеборцев из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й частей. По прибытию наблюдали открытое горение по всей площади садового дома. Было привлечено 4 отделения на специальных автомобилях. Открытое горение удалось ликвидировать за 1,5 часа. Еще час потребовался на пролив тлеющих частей постройки. Работу пожарным усложняла удаленность места происшествия от источников воды. Автоцистернам приходилось в несколько заходов подвозить воду к горящей постройке. Цистерна сливает воду, едет заправлять на водоисточник и так по очереди меняет друг друга. В момент возникновения пожара на территории находились люди. Огонь распространился на 1-й этаж дома. Общая площадь возгорания 60 квадратных метров. К счастью, при пожаре никто из людей не пострадал. Ущерб был нанесен только имуществу. Хозяева находились на месте, они что смогли, взяли с собой и вышли. Официальные причины пожара станут известны после проведения всех необходимых процедур и экспертиз. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.